6 frame, Igor Figueiredo to break. Новый фрейм. Вроде неплохо отыграл за Брюссель, но вот есть полушанс. Игра в зеленую лузу. С выходом на черный. Нет, не точен удар. Но здесь тоже есть такой небольшой шанс. Ну, в снукерной терминологии на английском языке это так говорят. Вот полушанс, half chance. Хотя трудно сказать, где половина шансов на успех, а где меньше, где чуть больше. Нет, Брюссель отыгрывается. Сдержаннее стал в выборе решений Брюссель. Но это все относится к той теме, что я подчеркивал еще на Welsh Open. То, что в мышлении добавил Брюссель. Меня вот упрекают, откуда такая нелюбовь к Брюсселю. Я объяснял, что Брюсселя очень рано возвели в ранг игроков с очень большой перспективой. И 5 лет он играл практически, но никак не оправдывал таких авансов. И вот только на Welsh Open мы увидели повзрослевшего и усилившего игру Брюсселя. И, по-моему, он получил от меня предостаточную долю похвалы во время его отличного выступления на Welsh Open. Даже в проигранном матче с Хиггинсом играл Брюссель хорошо, и Хиггинс только благодаря отличной своей игре, ну, на уровне вообще своей лучшей игры сыграл Хиггинс, и это позволило ему одержать победу, хотя, по-моему, Джон 3-4 проигрывал, но концовку провел отлично и выиграл встречу. Ну, пока приходится пассивные отыгрыши делать, но это касается сейчас Фигейреда, потому что инициатива у Брюсселя. Вот touching ball вновь, и опять биток за черный направляется. Насколько точно? Очень неплохо. Биток у борта. Сейчас есть открытые красные, но от них отыгрываться не очень-то хорошо. А подкатить группе красных по прямой не позволяет черный. Так что, видимо, от правого борта будет удар. Нет, но это какой-то прокат вперед просто. Да, да. Да нет, это все-таки была атака в среднюю. Но понимал Фигейреда, что с этой позиции он ничего не оставляет Брюсселю. И дальний красный около желтой лузы не виден. И в левый угол шар не виден одиночный. Расчетливый был удар. Ну, промазал немножко, да. Хорошо хоть в дальнюю губу попал. Так, ну, промазал довольно много, благодаря чему от дальней губы ушел на дальнюю половину красной, а не на ближнюю. Тут, кроме подката, ничего не было. Снова touching ball, наверное. Нет, увидел просвет. Милош. Ну вот сейчас биток не у борта. И это позволяет не только на левом красном, но втором слева отыграться, но и играть правую среднюю. Это больше, чем половина шансов на успех. Забивает этот шар бразилец, а вот выход, выход. Но желтый в среднюю нет, там же красный. Зеленый, наверное, зеленый виден, да. Не самый простой удар, но очень и очень важный.
4. Ну, я такое большое исследование в эфире прям провел по поводу имени бразильца. Но интересное имя и не самое популярное в Бельгии и у Брюсселя. Так вот, что можно про это имя сообщить. Имеет оно происхождение греческое и означает светлый, светящийся, ну, подходит это имя Брюсселю. Во всяком случае, во время матча он часто улыбается и так именно светится, иногда непонятно от чего. Недоволен был предыдущим своим выходом Фигейредо, но сыграл с красного хорошо, вышел на синий. Перебраться бы на ближнюю половину, но вот чуть не точно вышел на синий, потому что в этой группе шаров верхний играется в правый угол. Но с такого синего, прикладывая нижний винт, ну, трудно удержать биток на позиции для атаки в правый угол. Опускать биток на группу красных. Ну вот еще, может быть, нижний красный в группе идет. На него-то получается выход. Ну, здесь разве что в левую среднюю, но это неплохой удар. Перспективен выход на розовый, а то и на синий. Но последовал промах, и аналогичную попытку может предпринять Брюссель. У него тоже есть шар, идущий в левую среднюю лузу. Так вот, Лука, по-русски Лука, значит, Лукас, во многих языках есть разновидности этого имени, я уж не буду перечислять, тут тоже по алфавиту от белорусского до чешского. Ну, в чешском это Лукаш. И сегодня играл один игрок, представляющий Германию. Но и имя Лукаш, и фамилия Клецкер такая. Наводит на мысль о его чешском происхождении. Вышел вперед Брюссель. Ему перешла эта выгодная позиция после промаха Фигейредо. Какие изменения в других матчах?
Так, сейчас Lawler Lines 3-2, но впереди Lines. Gould 3-2 с Грином и на серии 24 очка. Эбден 2-1 с Бейрдом. Фергал О'Брайен 3-1 с ДМ и 40-2 на серии Фергал. Холворс с Керрингтоном 2-1 и 41 очко серия Стивена. Алекс Дэвис с Халлом 3-2. Могил и Перри начали матч уже третьего раунда. Мюр 3-0 выигрывает у Уокера. Мюр прошел Магуайра и вот близок к победе над Уокером. Веймба и Гилберта запустили. И еще вот матч какой-то я не назвал сейчас. У Эбдена с Бейрдом 2-2, кстати, уже. 32-33. Ну что, Брисель идет к победе, плюс 25, но еще 5 красных. Вот промах Фигейреда, промах далеко не обязательный, но таких промахов было достаточно много. В матче... 40. И синий не забивал, и черный, и несколько не таких уж сложных красных. Вот тревожит то, что... Ой, хороший выход, хороший, с винтом. Там чуть ли не в губку даже попал биток. Ну, в основном правый винт сработал. Очень хороший выход. Ну и вот уже совсем простые красные, собрав которые, обеспечит себе победу в матче Брисель. Так вот, беспокоит то, что так я и не вижу какой-то наклейки рекламной от индивидуального спонсора Фигейреда. Похоже, талантливый игрок вот так без спонсора и обходится на голом энтузиазме. И, конечно, трудно ему продолжать профессиональную карьеру, а задатки у него очень хорошие. Матч был сыгран, ну и вот этот удар закрепляет победу Бриселя. Ну, у нас еще в программе два даже телевизионных матча. Пока неизвестно, что за встречи будут. Ну, погадать можно. Сейчас я открою программу, потому что, например, матч Уильямса с Фордом так вот, ну, прогнозировался из того выбора, что было. Ну вот, не знаю, Селби, Хайфилд. Хайфилд сегодня хорошо играет. Ну что еще? Не знаю. Уильямс Лайнс, но Уильямса показывали, Селби тоже показывали. 73. Пожалуй, да. Пожалуй. Лука Брисел, 73. Вот встречу Селби с Хайфилдом. А, но вот 2 или 1 у нас матч остался. Вот это сказать трудно. Но еще точно у нас снукер будет через 15 минут примерно.